Всем огромный привет! Ажурная сеточка – тема сегодняшнего видео. Учимся вязать такую красивую сеточку спицами. Это лицевая сторона, так выглядит изнаночная сторона. Раппорт этого узора – всего количество петель кратно 2 и плюс 2 кромочные петли. В высоту узор состоит из 4 рядов. Изнаночные ряды вяжем все петельки изнаночными. Я набрала 10 петель. Давайте свяжем быстренько образец. Напоминаю, кромочную в начале ряда мы всегда снимаем, не провязывая. Сняли. Далее вяжем раппорт. Делаем накид. Следующие 2 петельки провязываем одной лицевой за заднюю стеночку. Это раппорт этого ряда. И так вяжем до конца ряда. Накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе в конце ряда. И кромочную мы всегда провязываем в конце ряда изнаночной петлей. Следующий, второй ряд изнаночный. Все петельки вяжем изнаночными. Сегодня вяжем, как видите, бабушкиными петлями, изнаночная, изнаночная, накид изнаночный тоже провязываем и кромочная, изнаночная. Итак, закончили второй ряд, вяжем третий. Кромочную сняли. Далее вяжем 2 петельки вместе одной лицевой за заднюю стеночку. Делаем накид. Это раппорт этого ряда. И так вяжем до конца ряда. 2 петельки вместе одной лицевой за заднюю стеночку. Накид. 2 вместе лицевой за заднюю стеночку. Накид. 2 вместе одной лицевой с наклоном вправо, да, еще так говорят. И в конце ряда не забывайте обязательно сделать накид и кромочная, изнаночная. Закончили третий ряд и четвертый ряд. Все петельки в четвертом ряду вяжем изнаночными. Все изнаночные до конца ряда. И кромочную петлю также провязываем изнаночной петлей. Вот мы с вами провязали один раппорт в высоту. Смотрите, какой красивый ажурный получается узор, если взять спицы большего размера. Очень красиво смотрится. Обязательно рекомендую, свяжите и вы. Отзывы об этом узоре напишите мне в комментариях. Всем желаю отличного настроения, вдохновения и до новых видео. Всем пока!